хватит смотреть на них! Так ты только накручиваешь себя! Ты не сможешь думать в таком состоянии! О, думай, Трикси! Я пришла проверить, кого мы могли упустить. Ой, но мы поговорили со всеми от А до Я. Погоди! Фото нет! All Flower Blush! Кто такая All Flower? Я здесь вообще-то... All Flower, мы знакомы с третьего класса. Я помню третий класс. Не тебя, конечно, но какой классный год был. Великая и могучая Трикси дебютировалась ее трюком с исчезающей жабой. Знаете, некоторые даже не представляют, как тяжело растить головастиков. За ними нужно ухаживать, Санта, держать их. Мы думаем, камень памяти спрятан под этой горной породой. И если ты не уничтожишь камень сегодня до захода солнца, все воспоминания исчезнут навсегда! Как я должна найти камень, который выглядит как эти камни? Удачно! Можно я задам глупый вопрос, Wallflower? Где ты сделала эту милую фотографию? О, это мой сад. Ну, точнее, школьный сад. Я президент клуба садоводов. Я основала его. И я единственный его член. И единственная, кто бывает в саду и видит его, или говорит про него. Я смотрю, ты не очень жалуешь общество людей, да? Я думала добавить эту фотографию в выпускной альбом. Что скажете? Прости, но Sunset никому не разрешает вмешиваться в ее выпускной альбом. Даже если они это заслужили. Нет, ты должна сделать это, Wallflower. Мы не будем тебя отвлекать. Что? Великая и могучая Трикси! Рассержена и обижена! Что ты... Тебе дело до меня. Ты ведь Sunset Shimmer. Тебя все любят. И почему? Они не видят, что ты не Да. Подожди, напомни, кто ты?